скоро закончим. А потом выплыл огромный морской змей и отгрыз мне руку. Боги дали знать, время принести жертву. По моему разумению, нужно было, чтобы ты одолел змея, Яр. Нет, я знаю, что они ждут жертвы. Уже пора. Подождем более ясного знака, хотя бы до следующего сна. Мне больше не нужно знаков. Я ищу Керис. Кажется, она останавливалась у тебя. Дочь Анкрайта? Да, она была здесь. Где она? Что? Керис. Где сейчас Керис? Не знаю. Не знаю. Хватит вопросов. Я спросил что-то лишнее? Ты должен простить моего ярла. Последнее время он чувствует себя не слишком хорошо. Он болен? На перу краха мне показалось, что с ним что-то не то, но... Прости, я должен идти к нему. А Керис, как ее найти? Не знаю. Поспрашивай. Отлично. А помните, как залили Сольве? Нас застал Торн. Кого еще несет? Народа. Да пошел ты! Привет тебе! Сперва целый месяц ни одной живой души, а потом вдруг гости сыпятся, как дикие груши. Притомился? Есть хочешь? Я ищу Керис, дочь ярла Анкрайта. Ты с ней чуть-чуть разминулся. Она недавно тут была. И куда пошла? Она же про ярла нашего расспрашивала. Про детство его. Вот я и отправила ее к Бирктори с Эйриком. А это что за люди? Эйрик многие годы водил дружбу со старым ярлом. А тот помог ему добыть руку Биркторы. Они живут на восточном конце деревни. Спасибо. Будь здоров и передавай привет Керис. Вечно дева, мать и старуха. А? Ведьма? Прости, что помешал. Надо чего? Пойдем поболтаем за пивом. Спасибо, но время не ждет. Я ищу девушку по имени Керис. Керис? Дочь краха Анкрайта? Она была здесь, но что-то давно я ее не видел. Спасибо. Мое почтение. Я кое-кого ищу. Так это ты удачно зашел. Я, правда, занята, но вокруг столько девок красивых. Я ищу Керис. Эту худющую? Глаза у нее, конечно, как у серны, да и рода знатного. А все же замухрышка. Я не знаю, где ее отец. Ай, да пускай старый крах не беспокоится. Девка со Скеллиги на родных островах не пропадет. Ладно, ладно. Была она тут пару часов назад. Пошла поговорить с Эриком, моим мужем. Они на берегу, наверное, с той стороны острова. Спасибо. Будь здорова. Удачи в поисках. А мой отец бьет черный. Чертовы мюрдьяблер! Ничего себе их тут развелось!
Но мы им задали жару. Мы? Ты сидел на скале и звал на помощь. Но если б я тебя не предупредил, годился бы ты сейчас только на приманку для трески. Спасибо за помощь. Ну, раз уж ты мне один раз помог, может, и еще поможешь? Надо подумать. Мне рыбу ловить надо, сети чинить. Не добитв мне сейчас с чудищами. Я не об утопцах. Я ищу Керис. Породистая девушка. Сразу видно, что не из простого рода. Была она здесь. Только потом я поплыл утренние сети снимать. Она говорила, куда собирается? Чужому бы я не сказал. Но мы же друг за друга головой рисковали. Она пошла в старый дом у Далерика. Это на холме. Зачем она сюда пришла? Она расспрашивала тебя или просто бродила по окрестностям? Она про ярла нашего спрашивала и про его семью. Спасибо. Прощай. Свежие следы. Может, это Керис? Керис. Она потеряла сознание. Надо ее вытащить. Что? Что случилось? Где я? Ай! Голова болит. Тебя огрели чем-то тяжелым. Геральт, что ты тут делаешь? Ищу тебя. Крах о тебе беспокоится. Я заберу тебя домой. Я никуда не поеду, пока не помогу Удальрику. Меч? Где меч? Я должна вернуться за мечом! Никуда ты не пойдешь. Ты едва пришла в себя. Я должна... Ты должна объяснить мне, что тут происходит. И при чем здесь меч? Это Броквар. Родовой меч клана Удальрика. Он нужен мне, чтобы снять с ярла проклятие. Проклятие? Это долгая история. Много лет назад Удальрик поссорился из-за этого меча с братом. Обычай велит, чтобы родовой меч отошел первородному сыну, то есть Удальрику. Но отец отдал Броквар младшему сыну, Акки. В ваших краях это серьезное оскорбление. Настолько, что Удальрик нарушил священный закон Скеллиге. Открыто выступил против воли отца. Надо думать, старый ярл это так просто не оставил. Удальрик просидел 3 дня прикованным к столбу, по пояс в морской воде. Когда наказание закончилось, они с Акки отправились ловить рыбу. Отец, наверное, думал, что совместный поход их примирит. У нас морские походы — это лекарство от многих болезней. К сожалению, в этот раз вышло иначе. Налетела буря, и Акки упал в воду. Удальрик был занят парусами и не слышал брата до тех пор, пока не стало слишком поздно. Не слышал или не захотел услышать? Этим же вопросом задается большинство людей на острове. Но вслух об этом не говорят. Что ты собиралась делать с мечом? Я подумала, что дух его брата хочет вернуть клинок. Дух брата? Сколько я себя помню, люди считают Удальрика избранным. Мол, с ним говорят боги. Раньше я в это верила. Но теперь, когда присмотрелась, я думаю, что его преследует его умерший брат.
Значит, ты думаешь, Аки хочет отомстить, потому что Удальрик позволил ему умереть? Я говорила с Хьортом. Он клянется, что Удальрик не слышал голосов до смерти Аки. Хьорт вряд ли ошибается. Он знал обоих братьев с колыбели. Может, если отдать Аки меч Броквар, он оставит Удальрика в покое? Идея хорошая, если все дело в духе. Но что-то у меня не складывается. Что? Ты сказала, что Аки утонул, а призрак обитает в этом доме. Может, потому что они оба здесь жили? Спасибо за помощь, Геральт. Но я должна вернуться за мечом. И речи быть не может, я сам за ним пойду. Правда? Спасибо. Ну, тогда я пойду к Удальрику. Исключено. Ты едва держишься на ногах. Подожди меня здесь и пойдем вместе. Ты нашел меч? Нашел. Ну, веди. Ты же был товарищем моего отца, да? Надеюсь, мы по-прежнему товарищи. Но я слышала, вы из-за чего-то поссорились. Или из-за кого-то. И о той истории с Йеннифер? Это давно было. Еще до того, как Крах встретил твою маму. Но вы с Йеннифер уже были знакомы. Ох, с Йен всегда все было непросто. А что в ней такое? Что тебя к ней притягивает? Не знаю. Может, мне просто никогда не нравились легкие пути. Вот это галантика. Не то, что мой образ. А где Йеннифер? Не знаю, а что такое? Да вот любопытно. Она что, прямо так тебя отпустила? Что значит отпустила? Ничего, ничего. Просто мне кажется, она не любит упускать тебя из виду. О, вот так.